Хорошо, привет. На гей-параде. А это главный герой фильма «Штангист». А вы занимаетесь спортом? Хватит быть духовными слабаками! Иисус Господь! Пора быть армией Христа! Свет! Юра, что спрашивай? Битва мест. Где она проходит? Проходит в Киеве, но в центре, на Крещатике, прям центральный некуда. Yo, the best friend. 17. Мужчина, это Владимир Борисович, президент Федерации Киева по тяжелой атлетике. Приветствую его. Спасибо, спасибо. Это говорит о том, что великий спорт еще не умер. Лёх, скажи, что ребята делают? Что ребята? Ребята разминаются. Они только сейчас как бы проходят этап разминки, 50% зону проходят. Вот. Сейчас еще буквально минут 30, они как бы добавят, сейчас даже диски подвезли. Не хватает дисков. Придется забирать их просто таблетки. Да, да. Сколько там на штанге уже? 140. 50% от лучших. Еще не прошли. Еще не прошли 50, только как бы в процессе разминки. Как тренер почувствует, что надо, он как бы сразу скажет, и работа пойдет. Можете наблюдать, зона разминки у ребят, раздевалки мальчиков и девочек, наши партнеры, Red Bull, комплекс, там на комплексе ребята могут пойти поставить восстановление себе. Осталось, тут ребята плавят лед водой. И... Я понял, какое назначение этой ванны? Для того, чтобы охладиться немножечко, видите, всем немножко жарко, для того, чтобы в первую очередь охладиться, во-вторых, быстрее восстановиться после выполнения комплекса. Вот, охлаждают воду еще здесь. Ну вот, смотрите, у нас есть массажный партнер-руль. Это ребята, которые с нами на всех турнирах абсолютно. Также работают у нас в клубах, есть массажные кабинеты. Здесь, в принципе, любой спортсмен или кто-то из организаторов может прийти, сделать массаж и восстановиться быстрее, прийти в чувства. Это здорово. Идем дальше? Идем. А, вот этот комплекс. Комплекс, да. Комплекс. 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 Это что такое? Электрический заряд? Да. Ребята, расскажите, как вам восстановление? Как по мне, все замечательно. Спать хочется? Да. Расслабляет? Да, достаточно. Главное, чтобы на комплексе не заснуть. У нас в Рене очень крутой реабилитолог работает, и он полноценно использует в своей работе комплекс для того, чтобы там восстановить какие-то утраченные связи в мышечных волокнах и так далее. А связи с девушкой утраченные можно восстановить? С помощью комплекса, я думаю, что нет. А вы занимаетесь спортом? Со штангой дружите? Какие результаты у вас? Давай. Раз. Может, просто пообщаемся? Не-не-не, Лёв. Пообщаемся тоже. Раз, два, три. Оп.
Умничка. Все, дякую, ви дуже крутий, я за вами сіпую і взагалі. Тепер я навіть не знаю, хто круче. Вас вперше дівчинка держала на руках. Расскажите свои ощущения, пожалуйста. Все было хорошо. Я вот почувствовал ее мощные руки, как бы, как она взяла, вот, вот прижала, как родного. Тепло, вот, почувствовал тепло. Это зона разминки, все, что нужно, гантели, там, тренажеры, все, что используется у нас на площадке. Вот, в достаточном количестве есть, ну, ребята могут нормально размяться и там, поработать с теми снарядами, которые будут на площадке. А, ребята, а что у вас за футболки такие? Это наш батя. Это наш батя. Один на всех, да? Да, один на всех. Ну, а здесь, в принципе, все, ради чего мы здесь сегодня собрались. Соревновательная площадка. Вот сейчас заканчивают, третий заход, да? Ребят, заканчивает комплекс. Сложно сказать, пока все не выступили, кто лидирует, но визуально, например, я смотрела, там команда «Дровофарм». Ребята, хитрость, хватайтесь мизинцами, это самый сильный палец. Зверь, зверь, зверь. Я не понимаю, но зверь, да. Алексей научил шунговать. Да, да. 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 По видео. По видео. Смотрите на YouTube канале. Онлайн-программа, да. Тренировки, внизу, да. Да. Ссылка. Подписываемся на канал. Покупаем футболку, да. Идем. Приходим на жару и поднимаем.